Добрый день. Весна на морковной грядке. Какая грядка подходит для выращивания моркови? Моркови подходит не любая грядка, а только лишь хорошо освещенная солнцем и к тому же продуваемая ветерком. В тени возле кустов и деревьев она накапливает меньше каротина, ради которого мы ее и выращиваем. К тому же на такой грядке раздолье для морковной мухи. Какая почва подходит для ее выращивания? Для выращивания моркови подходит только мелкокомковатая почва, то есть легкая и средняя, суглинистая, супесчаная, торфяная, оккультуренная, дерново-подзолистая. На каменистых, тяжелых, глинистых и плотных почвах морковь будет уродливой и несочной. Надо ли копать грядку под морковь? Грядку под морковь надо копать осенью, желательно без оборота пласта. Поскольку длина корнеплодов у многих сортов достигает 30 см, то копать надо на полный штык лопаты. Весной почву перекапывать не следует. Будет достаточно разбить крупные комки мотыгой, а затем тщательно разровнять граблями, предварительно внеся на 1 квадратный метр по 1 чайной ложке мочевины. За неделю до посева семян грядку обильно поливают теплой водой, затем ее накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания и лучшего прогревания. Надо ли под морковь вносить свежий навоз? Свежий навоз надо вносить на эту грядку не под морковь, а под ту культуру, которая росла на этой грядке до нее. Это надо делать в связи с тем, что при внесении свежего навоза под морковь, особенно весной, морковь ветвится и вкус ее ухудшается, к тому же она будет хуже храниться зимой. На бедной песчаной почве для повышения ее плодородия можно внести перележавшие опилки или свежие, но смоченные мочевиной. На торфянистой для повышения теплоемкости крупнозернистый речной песок. Можно ли сеять морковь сухими семенами? Семена моркови надо готовить к посеву. Самый простой способ – это их замачивание в теплой воде в течение суток. Во время замачивания воду меняют 2-3 раза. Набухшие семена высыпают на газетную бумагу, подсушивают до сыпучести, перемешивая их на бумаге и сразу высевают. А можно подготовку семян продолжить и после намачивания, дополнительно прорастить, рассыпав на влажной ткани и накрыв сверху тоже влажной тканью. При этом следят, чтобы ткань не пересыхала. Поэтому тарелку с семенами лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При появлении единичных проростков семена подсушивают на бумаге и высевают. Когда лучше сеять морковь? Ранние сорта моркови лучше высевать с 25 апреля по 1 мая, а среднеспелые с 1 мая по 10 мая. Более ранний посев может привести к сильному растрескиванию моркови осенью. А если вы с посевом опаздываете, то семена попадут в сухую почву, дадут слабые всходы и такой же урожай. Как сделать в почве бороздки для посева? Перед посевом семян на грядку нарезают 3-4 борозды. Первую борозду надо делать, отступая от края грядки около 10 см. Затем нарезают другие борозды с расстоянием между ними 15-16 см для ранних сортов и до 20 см для позднеспелых сортов. Делать лопатой в почве бороздки для посева семян нельзя. Такие бороздки будут иметь разную глубину, поэтому семена будут сходить неравномерно, что у многих молодых растений сразу вызовет отставание в росте. Бороздки лучше делать краем специальной дощечки, вдавливая ее в выровненную на грядке почву. При таком посеве семена окажутся на одной глубине и взойдут одновременно. И если мы весной на грядке сделаем все, что вам было рекомендовано, то осенью у вас будет вот такой вот урожай. До свидания, всего доброго вам и успехов с морковкой!